День смеха или День дураков, как его называют в простонародье, отмечается во многих странах 1 апреля, в том числе и в России. В этот день принято подшучивать друг над другом и разыгрывать друзей и знакомых. Мы решили узнать ульяновцев, будут ли они подшучивать в этот день, а самое главное, есть ли на их памяти самый запоминающийся розыгрыш. Хорошо, весело отмечаем. Вы сами подшучиваете, либо вот за два вас разыгрывают? Ну, это как по ситуации. А как вы его отмечаете? Как, молча. В магазин зашли, 150 взяли, выпили. А если вот на вашей памяти самый такой запоминающийся розыгрыш, может быть, вы шутили или над вами шутили? Шутили. Ну, а как вот рассказать? Первый апрель, очень пришли, придут, что-нибудь такое скажут, и кто-то поверит. Я над своими домашними, конечно, подыгрываю что-нибудь. А как именно подыгрываете? Ну, говорю, например, что-то на природе, что-то посмотреть в окно выйти. Или кто-то звонит, иди подойди, но этого не было. Ну, вот так вот. А самый есть вот такой запоминающийся розыгрыш? Может быть, с вами пошутили или вы пошутили? Да, один раз мне позвонили и сказали, что я выиграла путевку. У нас другие игры. Вот у меня муж был, мы не женаты были. Уехал на родину свою, и мне на автовокзале дал бумажечку, сказал, домой приедешь и развернешь. Ну, я любопытная, как говорится, любопытство не порог. Трамвай развернула, а там такая штучка была на резиночке, как говорится, лягушечка сделана. И как закричал во весь трамвай, все засмеялись, не поняли, что. А я так напугалась. Иногда мы шутим, как обычно в деревне мы это делали. Расскажите, пожалуйста, вот что-то такое вот яркое. Яркое мы посылали все время бабушек в баню. А там они приходят, в бане нет никого. Шучу, дочке звоню, что-нибудь обманываю. А вот какой самый запоминающийся розыгрыш вообще вот на вашей памяти есть? 1 апреля меня муж обманул, что у меня в стороне сын родился. Ну и обиделась я.